сдал раритет. Водил полиции Каменско-Уральского мужчина принес бельгийский револьвер «Британский бульдог». Мужчина пояснил, что нашел его в кладовке подвала своего дома. Оружие было отправлено на экспертизу. Уже известно, что шестизарядный бельгийский револьвер к стрельбе не пригоден из-за коррозии металла. Отмечу, что оружие этой марки закупалось Российской империей в конце 18 века. В одной из шести камер револьвера находилась гильза, изготовленная на московском патронном заводе в период с 1901 по 1911 годы. В настоящее время решается вопрос о поощрении неравнодушного гражданина.